из этого окна дорога новая видна и много дорожной техники. Ее постоянный шум хозяина дома, Мехмана, не беспокоит. Мужчина только рад, что улицу Красный Пахарь возле агрегатного завода наконец ремонтируют. Говорит, даже вспоминать неприятно, какой была дорога еще этой весной. Сюда ехать, ходить очень было невозможно. Все мы были в грязи. Год тому назад мы писали, обращались в администрацию, писали заявление для устранения, ремонтирования нашей дороги. Вот такой журналист «Антенны-7» и активисты Народного фронта увидели ее в апреле. И благодаря обращениям жителей, дорогу в этом году власти Омска начали ремонтировать. Было выделено 200 миллионов рублей. Одна половина – это средства городской казны, другая – агрегатного завода. Протяженность участка – почти 600 метров. Дорога теперь полноценный дублер улицы Герцена, а значит, должна разрешить транспортную проблему. Дорога, она сделана, отремонтирована для того, чтобы разгрузить вечернее и утреннее время. Перекресток улицы Герцена и 7-я Северная. Там постоянные пробки в час пик. Проблема жителей с постоянной грязью тоже должна решиться. Во-первых, дорога заасфальтирована. Во-вторых, на улице установлена ливневая канализация. По многолетним наблюдениям, вот частный сектор в весеннее время, если снег не вывести с него, то начинает подтапливать его. Здесь открытая ливневая канализация, водковая идет. Значит, она будет принимать все талые воды с частного сектора, и потом по этому лотку вода будет уходить в коллектор, существующий по улице Герцена. То есть уже такого подтопления, как ранее, его уже не будет. Властители дорог сегодня днем укладывали уже второй слой асфальта. Закончить ремонт на Красном Пахаре должны тоже сегодня, как раз накануне Дня работников дорожного хозяйства. Специально для нас опытный дорожник Михаил Орел дал свою оценку ремонта некогда убитой дороги. Она должна послужить точно? Лет 10. Точно. Не потребуется ей ремонт? Нет. Слой толстый, прочный. Техника новая. Впрочем, на этом ремонт улицы Красный Пахарь не закончится. Отрезок от улицы 5-я Северная до 24-й Северной власти обещают отремонтировать в следующем году. Уезжая с места съемки, наша съемочная группа рискнула прокатиться по отремонтированному участку. Рабочие были не против. И вот мы уже выезжаем на новую дорогу. Получается, что мы первые, кто по ней проедет. Водитель, как дорога вам? Хорошая дорога. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, «Антенна-7».